Поздравляем ветеранов, спасибо им огромное за тот подвиг и за то, что мы живем в России, а не в Германии в 2012 году. Очень да, присоединяясь к поздравлениям, спасибо огромное, конечно, да, нашим дедушкам и бабушкам, которые нас защищали. С Днем Победы! Поздравить наших ветеранов, которые прошли сквозь огонь, воду, можно сказать, и медные трубы, которые показали эталон доблести, храбрости и выдержки, которые они, главное, так сказать, воинского умения, которое они проявили. То есть они знали, что за ними семья, дети, за их спинами. За это я хочу сказать большое спасибо. Отстояли, как говорится, Россию-матушку и Советский Союз, соответственно. У меня дед, да, воевал, он прошел от Ростова до Берлина всю войну, еще в Берлине, потом в оккупационных войсках до 47-го года служил. Вот, много что рассказывал, конечно. Ну, кровавая была война, много людей положили, но, наверное, все это было не зря. Спасибо им всем огромное, низкий поклон и вечная память.